Всем доброго времени суток, меня зовут Дмитрий, и сегодня мы с вами продолжим играть в комплекс. Интерактивный фильм, в котором рассказывается о вирусе, который попал куда-то там из лаборатории вышел, и посмотрим дальше, что происходит там. Видели все в первой серии. Я сделал звук потише немного, потому что я посмотрел первое видео, и там прям что-то очень громко они разговаривают, прямо наравне со мной. Итак, продолжим. Это девка, которая ехала в метро, сбегала из этой лаборатории. Мне нужно поменять это, хорошо? Не кусайся. Вау! Черт, прости. Давно этого не делал. И готово. Откуда здесь этот ящик? Он был здесь, когда мы приехали этим утром. Он мешает, его надо передвинуть. Рис. Доктор Уэйкфилд, вы не могли переместить этот ящик вместе со мной? Я не гребаный ассистент. Эй, Малкин, приятель, сделаешь нам одолжение? Я все еще занят. Я тоже занят. Бог в помощь, приятель. Ну ты тварь, конечно, Рис. Я с тобой сближаюсь как могу, а ты тварь такая. Сейчас он что-нибудь сломает. Доктор Норс! Он себе плечо, что ли, оторвал? Мое плечо дает о себе знать, вы не заражаете? Нет. О боже! Доктор Норс? Ничего личного. Оп, вашу мать, вы что тут творите-то? Вино чего, блин? Да помоги ты ему! Ёб твою мать. Рис? Я в порядке, я смотри, доктор Норс. Нет, только к Рису надо подойти, потому что у него пиздец, у него в ноге нож. Я тебе сказал идти, ей нельзя помочь, слушай. Помогите. Все, помогли. И всем спокойно сразу стало, смотри, когда. Я подозревал, что с Балкином что-то не так. Где ты видела ученого хвостом? Ученого с хвостом, где я видел? Спасибо. Ты в порядке? Что с Клэр? Сейчас в самом безопасном месте в этой комнате. Рад за тебя. Почему мы в режиме блокировки? Происходит обнаружение яда из кислотной бомбы. Он скоро исчезнет из воздуха. И на том спасибо. Позвони Натали Кенсингтон. Эмили, где Натали? Произошел серьезный инцидент в лаборатории. Я вижу. И биобезопасность включена. Мне нужно связаться с Натали сейчас же. Я перезвоню. Завершить звонок. Чего все такие резкие? Завершить звонок, завершить звонок. Поговорить со мной хоть. Хорошо. Для начала давай очистим рану. Готов.
We'll be back in a minute, Мы Claire. Don't вернемся go через anywhere. минуту, Клэр, оставайся на месте. Какого черта? Так или иначе, его надо вынуть. Нельзя их вынимать. Кенсингтон могла бы, по крайней мере, оставить нам немного ее, вот, ее дорогого виски. Так. Класс, да, работает? Отвлекает сразу. Резко. Это больно, блин. Нужно очистить рану. Нет, все нормально. У нас есть дела поважнее. Чем дырка в твоей ноге, блядь, горит. Конечно, ну, блядь, ты дырвил дырку. Ты слышал это? Да, что это было? Ну, слушай, нет, слушай. Промыть водой, искать долго, промыть водой. Давай промоем водой, и все, и потом следовать шум будем, потому что это, блин, искать средства для дезинфекции, это очень долго. Я очищу ее правильно, когда мы выберемся отсюда. Что случилось с тем парнем, который присоединился к нам в Мьянме? Знаешь, он был сильно влюблен в тебя. Пол. А, Пол. Как долго он пробыл там после того, как я ушел? Что? Да ну. Давай забудем об этом. Пол не забыл. Как долго все еще? Нет, нет. Больше нет. Значит, ты покончил с этим. Он покончил с этим. О, господи. Слушай, Пол не только потерял кого-то выше его лиги, но она также очень находчива. Это были наши отношения, которые шли своим чередом. Мы оба были важными частями жизни друг друга, и ничто никогда не изменит это. Это зрелый взгляд на прошлое. Я всегда росла очень быстро. Ты-то что там слышишь? Ты лежишь в этой стеклянной хрени. Так, вот шум этот, вот опять шум. Что это было? Мне кажется, это двери. Двери закрываются, открываются, кто к ним идет. Здесь есть камера безопасности, которую можем проверить. Или компьютер. Но я не знаю, как мои ассистенты занимались этим. Ладно, ты не возражаешь? Ёлки, какой большой компьютер, смотри. На нем играть, наверное, неудобно, потому что... Поняла, эти камеры наблюдения в вакууме. Какого ёбаный в рот? Кавалерия? В масках? Что за шум? Звук не распространяется в вакууме. Черт, они деактивировали вакуум. Никаких сомнений, что это... О том, кто организовал операцию. Боже, благословите стены. Это невозможно. Им нужен доступ к нашим системам безопасности, чтобы осуществить это. Они приближаются и приближаются. Они идут к нам, да и все, елки-палки. Они... Её чёртова кавалерия. Они из Киндара. Я знал, что ты издевала что-то. Конечно, мы все вместе. Потому что у нас одинаковые черты. Большие глаза и большие губы. В моей стране много разделений. Эти не из моей команды. У тебя гости, Кенсингтон. Доктор Малкин был частью плана. Благодаря ему, доктор Норс мертва, как и моя мечта стать профессиональным футболистом.
Эмили проверила запись в лаборатории. Конфиденциальность, это вообще существует где-то здесь? В вакууме три нарушителя в маске, они вооружены. Они отключили вакуум и обошли стену безопасности. Я все еще жива. Убедитесь в том, что она знает. Биозащита все еще включена, так что вы безопасны, смотря ни на что. Но если только они не откроют, дверь с волшебным замком, я разберусь в этой ситуации с нарушителями. О, не то, чтобы я... Почему яд из кислотной бомбы исчез, и биозащита содержит инфекцию Клэр? Должно быть, было обнаружено что-то еще. Безопасность Лондона имеет первостепенное значение. Мы не можем рисковать попадением инфекции в город. Эми, ты должна извлечь кровь Клэр. Особенно, если злоумышленники пришли за ней. Нельзя позволить, чтобы наноклетки попали не в те руки. Но есть простой способ предотвратить это. Мы убьем Клэр. Нет! Завершить звонок. Вау. Все еще не умеешь держать себя в руках. Она ответственна за все это. В этом есть смысл. Мы единственная надежда на получение наноклеток. Да, она позволит нам извлечь наноклетки, а потом выстрелит в нас. Вау. Как уныло. Ладно, слушай, Паркер Капланис спроектировал эту лабораторию. Думаешь, он построил план эвакуации? Я не знаю, мы должны спросить его сами. В чем дело, Клэр? Вы можете переместить мертвецов? Раз уже зашла речь. Да. Ладно, как насчет этого? Хватит теории Натали. Помнишь новые навыки, о которых я рассказывал? Продвинутый владение компьютером, одно из тех программирования, кодирование, взлом? Я предпочитаю термин «просмотр без разрешения». Да не так, прости, взлом звучит лучше. Слушай, я знаю, что вы двое лучшие друзья, но Натали довольно... не очень... Давай получим доступ к ее камере и немного послушаем. Именно так ученые и погибают ученые. Куда что вводит, что делает, вообще непонятно. Где ты научился этому? Если бы я рассказал тебе, мне пришло бы тебя убить. Готова? Погоди, разве... Слушай, если я ничего скрывать, в чем проблема? Мы должны держаться вместе. Нам нужно сотрудничать, если мы хотим выжить. Конечно, позволить, елки-палки, кто же нам запретит? Он уже взломал почти. Давай. Каждый лифт, дверь, которая дает к ней доступ. То, что они сделали, вызвало электричество по всему зданию. Есть вопросы? Тупые охранники объявили, что обновление пошло не так? Никто не должен думать, что это ситуация Клэр. Намного серьезнее. Все как будто запланировано. Скорее всего, у нас есть предатель. Эмили, пожалуйста. Два человека застряли в той лаборатории с нашей ценностью. Они наш приоритет. Объяви обновление безопасности. Ну, завершить просмотр на случай, если она позвонит. На кого работают эти предатели? А я знаю. Давай спросим одного из них. Клэр. Эми. Что вы хотите? Я не стою за этим шпионажем. Они не со мной. Каким образом все наноклетки оказались внутри тебя? Разве это не очевидно? Спроси профессора Ксавье. О чем именно? Кенсингтон. Значит, она внедрила их в тебя? Нет. Не меня. Ну давай еще крякнись тут. Пусть страдает. Морфий надо ей дать. Черт. Спасибо. Серьезно. Как долго ты работал в комплексе? Год.
Вы У за нас всегда были passing мимолетные conversations разговоры and на I верхних fall as part of этажах, the но я не думаю, что ты помнишь. Я всегда wanted to хотела work in работать this в этой лаборатории с laboratory. тобой. Well, Ну here we вот are. мы и здесь. Да, здорово. Claire, Клэр, пошли. come on. Just tell Просто me what's давай, happening просто so that скажи I мне, can что help происходит, you. чтобы я могла помочь. Они поймали из всех. Мина. Кто такая Мина? Claire. Клэр? По-моему, она отходит. She's about as От нее useless толку, as как a шоколадного chocolate чайника. teapot. Да, Need ответь. more cryptic bullshit? Answer call. Guys, you were right about the intruders. Вы были правы в заложниках. Они взломали систему. Электроны забаррикадировали себя в вакууме. Yeah. Tell us something Да, we don't know, расскажи нам please. что-нибудь, How что they мы не bypass our знаем. Как они security обошли нашу systems защиту так легко? Акции корпорации Кейнсингтон упали. Вместе со ссылками на биотеррористов выключили лидер. Планы спасения в разработке. Вы связались с Паркером Кейнсингтоном. Он разработал лабораторию. Он знает, как вытащить нас отсюда. Мы пытались, но он может быть в любой точке планеты. Паркер не имеет угрызений совести о том, что он стоит... Для кого он... Блин, пока заказчик платит. Извините. Завершить вызов. Это было... Да, нам нужно... Да, правильный план побега может стать началом. Или что-то там, не понял. Ты можешь сделать что-нибудь еще с компьютерной системой? Я могу взломать линии связи. Связаться с Паркером Каплани лично. О, круто. Займись этим, а я поищу выход отсюда. Ты в порядке? Да. Я думаю, что воздух здесь становится тяжелее. Нет, это невозможно. Даже в режиме блокировки всегда есть постоянный запас кислорода. Или нету запас кислорода. Потеряла что-то с возвращения, спящая красавица. Мне нужно что-то, чтобы пройти через вентиляционную решетку. Интересно, что же это? Меня так засвечивает ужасно. Тонко, грубо. Грубо! Мы, блин, не это самое. Чтобы этим, поэтому... Вот так сделаю, чтобы меня вообще это видно не было. Я буду сидеть в темноте. Хотя бы мешаться не буду. Я всегда хотела быть выше. Эй, Мидж, тебе нужна помощь? Видишь, даже с одной ногой Уэйкфилд ты это ценный игрок. Скорее, человек-невидимка. О, извини, это было грубо. Нет, 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 это было остроумно, я горжусь, давай. А зачем на ногу вставать, если можно встать на стул? Да, осторожно. Уж очень ты уверен на его ноге стоишь. Мне кажется, это так не работает. Можешь подержать? Да, без проблем. Ладно, давай сюда, давай сюда, хорошо. Ты идешь. Да. Готово? Да. Привет. Хорошо. Рис, вентиляция продолжается за кислородным баллоном. Ты можешь пролезть? Есть только один способ узнать. Действовать с осторожностью. Без осторожности действовать в таких ситуациях нельзя. Это нужно понимать. Ну.
Но я сказал, с осторожностью не должна ничего задеть. Почему он так ползет уверенно, как будто она прям знает, что... Что там дальше нету. Я думаю, что там дальше что-то есть. Дерьмо. Порезал руку, что ли? Ёб твою мать, дура ты тупорылая, ну. Пальцы-то как-то умудрилась порезать. Колбочки всякие лежат. Кто-то здесь прям такое творил, что-то незаконное. Киндар. Погоди. Осторожно. Как мило, одинаковые раны. Хотя моя более впечатляющая. Моя позорит вас обоих. Ненавижу ее. Они, по-моему, продолжают идти дальше. Что с ним? Между ними и дверью лаборатории осталось всего одно вот это. Пожалуйста, скажите мне, что вы связались с Паркером. Не совсем. Лучше запись с камеры за последние 24 часов. Ладно. Промотай их, посмотрим, есть ли что-нибудь полезное. Вас понял. Мелкий гаденыш. Погоди, у Клэр есть доступ к лаборатории? Это основная партия. Откуда у нее такой уровень разрешения на ее ID-карте? Ты сделал себе инъекцию? Почему лаборатория не закрылась? Но клеткам нужно время для диффузии в кровотоке. Я смогла выбраться из комплекса, прежде чем почувствовал последствия. Что, черт возьми, она делает в кладовой? Я также уничтожил все дубликаты наноклеток. Что? Я не дал разрешения на производство дубликатов. Значит, ты просто украл основную партию для дальнейшего производства. Кто заказчик? Русский? Конечно, русские. Все русские, они заказывают всю эту ерунду. Чертовски запрещенный выбор времени, как всегда. MI6? Зачем ты хотел отнести их к... Чего? Паркер. Мы связались с Паркером. Не совсем так, я уже был в пути. Меня предупреждают каждый раз, когда какая-то хрень встречается в одной из моих лабораторий. У нас также есть личности трех нарушений. Нарушителей отправляю. О, блин, это те, которые ходили. Эти парни. Они из прошлогодней группы киндерских интернов. Такие же предатели, как Малкин. Да, ребята, осталась только одна стена между нами. Какие идеи? Что нам делать, Паркер? Мне нужно еще 10 минут, чтобы защитить чертежи. Эта лаборатория была построена, чтобы содержать алхимию, которая может изменить мир. То есть, извините, если черный ход не был частью моего мышления. Эммит, ты завершить звонок. Рис, что? Хочешь еще послушать ее бред на клетках? У нас есть 10 минут, чтобы подумать без всего этого дерьма. Это там рисует. А. Слушай, я не хотела отдавать это. Это не предназначено для вас двоих, но похуй. Вам нужно увидеть правду о Кенсингтоне и Киндере. Что это? Просто смотри. Осторожно, Эми. Конечно.
Так, постой. Хотя ты и убога. Ты не могла бы пожать мою руку? Слушай, что-то как-то... Пожалуйста. Слушай, это сейчас будет решение. Я не хочу жать ее руку. Сейчас кровь хлынет, как и все, и будет. Боже, я просто сильно напугана. Ладно, иди. Хорошо, не сказали принимать решение, я бы сейчас не принял. Смотри. А нафига она через с перчатками брала, а потом руками взяла? Вот логика вообще, конечно, железная. О, удобно, флешки такие, классные. Two files. Kensington. И пикник. Picnic. Which one do you want to watch? Пикник хочу смотреть. Look, look. You've forgotten the wine, but remembered your phone. Typical. Мина всегда злится на меня. Мина, прости, что я забыла. Я принесла луковые, что-то яичный майонез, помидоры. Клэр делает слишком много селфи в Лондоне. Не так уж и много. Смотри, я показываю окрестности, смотри. Смотри, какая красивая эта трава. Давайте сделаем фотографию. Смотрите в камеру. Улыбайтесь. Классно. Что-то прям как-то мне не очень хорошо. Я думаю, что мой ум делает... Ты действительно, включай. Хочешь смотреть это? Пожалуйста. Так, мы сейчас смотрим Кенсингтон. Если кто-нибудь узнает, будем отвечать перед ООН. Кенсингтон, в чем проблема? Мы подавили восстание деревень, а вы получили возможность испытывать вашу технологию на людях. Два зайца одним выстрелом. Но три деревни. Ваши ученые не должны знать, как данные были получены. Верховный лидер осмотрителя. Мы считаем, что вы тоже. Конечно. Убедитесь в этом. Или мы сами убедимся. Все, короче, ясно. Вот она какая тварь. Ты не плачь, девка, все хорошо. Там эти разбойники идут. Как бы прям вот. Вот-вот. Клэр, где? А, вон, видишь? Правительство Кендары и Натали Кенсингтон проводили эксперименты с твоими наноклетками. На моих людях. На моей деревне. Моих родителях. Моей сестре Мине. Их всех убили за сопротивление диктатуре. Натали делала дубликаты из главной партии за моей спиной. Моя технология убивала людей. А ты хотел взять все доказательства в Ми-6. В этой флешке и в венах. Теперь верховный лидер отправил шпиона в комплекс, чтобы скрыть свои следы. Да не говоря уже о Натали. Почему ты не сказал нам это раньше? Я вам не доверяла. Входящий звонок. Ответить нужно, конечно. Чё же, мы новую информацию узнаем. Эми, успокойся, подумай об этом хорошо. Я в порядке, обещаю, слушай. Я знаю прометчивое решение, когда я его вижу. Ты не собираешься разоблачить Натали после того, как что-то видела? Нам надо разобраться с нашим положением. Кроме того, я... Мне снова нужен туалет. Я сказал, что это не самое странное место, которое я срал. Тебе нужна помощь? Нет, все нормально, ты свободна. Я буду сидеть снаружи. Оки-доки.
Идти, долго будут идти? Если мы выберемся отсюда, ты уйдешь? Пас. Никогда не думал, что я должен буду ответить на этот вопрос. Нет, ты поступишь правильно, как всегда. Привычка, которую я хотел бы иметь. Возможно, у тебя кто-то появилось, если бы ты был рядом. Чего? Почему ты ушел, Рис? Глупость. Не знаю, спасение или людей было правильным выбором, или же обречение их на жизнь полной боли. Слишком много для меня. Все равно трус тебе не подходит. Это не тебе решать. Мы были командой. Оглядываться назад всегда хреново, да? Я слышал, что пропустил сногсшибательные две недели где-то там. Где я могу записаться на этот разрушенный войной мировой тур, которым вы, ребята, были? Хватит остроумничать, Клэр. Я не в настроении. Я знаю, что ты чувствуешь, Эми. Ты потерял людей, которых любишь. Мои чувства тривиальны по сравнению с твоими. Чувство предательства. Ладно, дай нам отдохнуть. Я имела в виду Натали. Это было мечтой. Пройти стажировку здесь. Деревенская девушка из Киндера приехала в Лондон. Чтобы работать, жить. Смешная история. О, мой первый день здесь. Я опоздала, думала, что в комплексе... Потому что думала, что в комплексе была станция. Оказалось, смотрел на ту... На туристическую карту. Из вышедших из употребления или незаконченных станций. Да, верно, они... Они строили станцию под комплексом. Табита Гринс. Мы так далеко под землей, мы должны быть прямо над ней. Сейчас мы убежим через нее. Да. Да, возможно, ты права, Клэр. Спасибо. Пожалуйста. Сейчас мы побежим. Что я сказала? Мы не можем пройти через вакуум. Мы пытались пройти через вентиляцию, но мы не пытались пройти вниз. Табита Гринс. Тебе нужен доступ. Возможно, у нас он есть. Рис сидит на нем. Ты о чем? Мне нужно что-то, что быстро уберет этот туалет. Петарда. Сила химии. Химия. Силы, это мы сейчас все руки все покорежим. После химии и силы можно. Тебе придется попотеть. Не обязательно. Таврис уже потеет, сидит. Мы находимся в самой низкой точке. Значит, Табита Гринс... На пути есть туалет. Ненадолго. Калий. Эми. Мой самый любимый урок химии. Был, когда учитель положил маленький кусочек калия в воду. Я всегда хотел увидеть, что будет положить целый блок. Выше было, блин, просто. Ты в хорошем смысле безумный. А теперь главный вопрос, что дальше делать? Как далеко под нами Табита Гринс? Пойду проверю. Спасибо. И что ты хочешь узнать? Влезать не надо туда. Ёлки-палки. Там метров 100, наверное. Не 100 точно, метров 50. Это охереть как глубоко.
долго же летел, да? Секунд 5 точно. Значит, 1.50 м. Они собирались продолжать дорогу, их пули не пробьют эти двери. Они сделаны, были сделаны, чтобы противостоять большему, чем просто стрельба. Последний защитный механизм вакуума. Когда он обнаруживает вредителей, он генерирует белую тепловую вспышку, чтобы устранить угрозу. Я ведь, по-моему, что-то заболел. Она уже встроена в систему, нам пизда. Anthropol. Guys, the intruders are almost in, and we know why they're here. Parker, what options have we got? Enough! While Parker was accessing the lab security committee for 5 passes, безопасности обхода, мы видели запись о том, кто получил доступ за последние 24 часа. Клэр вошла, используя чужой ID. Твой, Эми. Это невозможно. Оно у меня здесь. Эми не помогла. Не помогала мне. Я пробралась в ее офис, скопировала ее учетные данные. Ты врала нам, Натали. Твои слова ничего не значат, Клэр. Слушай, мы знаем о Киндере, Рис. У нас есть доказательства, целая куча, бред. Злоумышленники — это способ Натали Киндера, что мы умрем с грязным что-то. Мы знаем, что ты взломала свою систему безопасности, Натали. Это просто смешно. Да твоя кибербезопасность отстой. Даже Рис сломал ее с легкостью. Рис взломал систему. Он не работник здесь, не так ли? Как ты здесь очутился, приятель? Он провел здесь несколько лет, мотаясь между фармацевтическими компаниями во всем мире. Наемник. К черту все это, успокойтесь. Да мы сейчас сдохнем, там стреляют уже, ёпаша мой. Все, что я знаю, это то, что они попадут внутрь. Наноклетки исчезнут навсегда. Натали, пожалуйста. Слушай, мы не предатели. Помоги нам. Останови их, сделай что-нибудь. Амелия, независимо от того, что мы думаем друг о друге прямо сейчас, ты одна из моих ближайших друзей. Паркер. Значит, теперь мы доверяем им? Да. Можете ли вакуум остановить электронику? Не совсем. Вы можете перезапустить вакуум? Двое из них без шлемов. Я не могу, они закрыли нас. Рис может. Его компьютер встроен в систему. Хорошо. Хорошо, позвони мне как можно быстрее. Чё-то, по-моему, каюк там всем. Клэр надо идти, она сейчас сдохнет. Она хотя она сейчас и так сдохнет. Что происходит, Клэр? Что-то не так. Мое сердце. Может, наденешь маску? Нет. Я доверяю тебе. Все, каюк тебе, баба. Прощайся со всеми. Кого знала, кого не знала. У тебя кровь из глаз течет, это уже не очень хорошо. Блин, слушай, это вообще прям фильмец такой классный. Мне прям нравится. Это все, по-моему, это тоже сейчас каюк будет. Паркер сказал тебе, как включить вакуум. Он сказал. Теперь не такие самодовольные. Мы еще не выбрались. Они все еще открывают дверь. Минус один, осталось два. Давай. Сдыхайтесь, ублюдки. Thank you.
что происходит? Но он взломать теперь не сможет ни хрена. Позвони Наталье Кенсингтон. Они в порядке, ответь на звонок. Слава богу. Мы видели, что двери лаборатории не открылись. Хорошая работа, Уэкфилд. Спасибо за руководство, Паркер. Спасибо за руководство, Натали. Там все еще есть вооруженный злоумышленник. Паркер, у тебя... Можешь попробовать старый добрый метод 90, как включить лабораторию, включить ее снова. Это отключит режим блокировки и вакуум на 60 секунд. Тогда вы, ребята, можете сбежать, пока все загружается. У Эмили есть команда безопасности, готовая разобраться с последним злоумышленником. Нет, это хреновый план, он стоит прямо за дверью. Чертова команда безопасности не справится до этого, как он нас убьет. Он прав, Паркер. Это риск, который стоит учитывать. Тогда ты сможешь сделать это, когда вы достанете кровь. Клэр, какого черта, Натали? Да, я знаю, это убьет ее. Но она все равно умрет. Она пожертвует с собой, чтобы спасти миллионы. Подумай, Эми. Мы не можем начать все сначала. Этот проект был нашей жизнью в течение последних 4 лет. Мы не единственная страна, которая пытается создать. Я не убийца. Ты монстр, Кенсингтон. Просто достань кровь, Эми. Время уходит. Договорились? Не договорились. Нихуя мы не договорились, а что тебе, блядь? Пешка что ли какая-то? Я вообще Тед самый, девка, блядь, боевая. Я могу только так. Завершить звонок. Я, блядь, всех покажу, как это надо делать. Нас прижали в угол, Эми. Должен быть другой способ из убийства, Клэр. Его нет. Мы в ловушке. Да, из-за Натали. Лаборатория в режиме блокировки, потому что она его так... с пределом биологической защиты, Клэр, здесь... ну, в общем-то, вообще-то есть. Опа! Тебе капец. Как? Я должен был лучше работать с иглой. Слушай, это обоюдоострый меч, который скоро нас что-то это самое. Скоро я стану как Клэр и... Так в нем тоже есть эти клетки. Конечно, в итоге кислород закончится. Сумасшедший план Паркера — открыть эту дверь. Наша единственная надежда — ты заговорил по-другому. Может, Наталья спасет нас? Да ну, хочешь поспорить? Все доказательства ее действий в Киндере здесь. Наноклетки — наш единственный шанс. Возьми всю ее кровь, сколько бы шприцев нам не потребовалось. Клэр, дай руку, пожалуйста. Я думал, ты другая. Клэр. Рука. Скажи честно. Ты можешь спасти меня? Честно, не буду я врать тебе. Шансов практически нет. Твоя внутренняя физиология полностью изменилась. Я не могу предсказать, что произойдет дальше. Ты слабая. Слушай, я даже не знаю, выживу я или нет. Но если да, то я обещаю, что... Да ты сама себе в руку ее вколол. Кто виноват-то в этом, дура ты тупорылая? Ну, в конце концов, имей ты совесть-то. Стоп! С меня хватит! В смысле? Не вставляй! Если понимаешь, о чем я? Рис! Просто закрой биозащиту. Клэр может еще пожить.
Это Клэр сама себе впиздячила в руку. Представляю, вам свой план побега. Она в руку себе ввела всю эту хрень. И что-то хочет еще от других людей. Как о Паркер рассказывал мне перезагрузки, я понял, что это просто нам не сильно поможет. Нам не нужны эти придурки сверху. Но если мы перезагрузим лабораторию, они узнают об этом. Вот с этого момента нам нужно немного креатива. Я взломал камеру в лаборатории и записал последние 3 минуты, когда ты готова взять кровь Клэр. Я могу произвести эти 3 минуты на их канале наблюдения. Пока вы убегаете отсюда. Они подумают, что ты следуешь приказам. Как ты это придумал? Видел в кино. Хорошо, как насчет нашего последнего оставшегося препятствия снаружи? И почему ты говоришь во втором лице? Я разберусь с ним. Я заражен. Как только я войду в вакуум, тепловая вспышка сработает. Рис, ты сошел с ума. Если я умру здесь, режим блокировки перестанет работать, и он войдет. Если я умру там, он тоже, а у тебя будет шанс. Я был слабым звеном. Блять. Примем, ладно. Должен быть. Нет, нет, это мой выбор, ясно? Так устроена жизнь. Каждый выбор имеет свои последствия, значения. Я тебя чертовски ненавижу. Поцелуйтесь, ёб вашу мать хоть. На прощание-то. А, знаешь, я вернулся на тот пляж. В Киндере. Чтобы убедиться. Там убедиться с мягким знаком должно быть. Тала и Дима. И я думаю, что может быть, если бы я тогда... То могли бы спасти их. Да. Возможно. Прости. Что заставил тебя. Помешает им сейчас. Нет. Раз твоя мама не говорила тебе не целовать людей с опасным для жизни патогеном. Но я ценю это. Больше, чем ты себе представляешь. Да я сейчас сам заплачу, но ёб вашу мать, ну хватит. Wait. Погоди. В чем дело, Клэр? Поменяйся местами со мной. Рис, на каждом этапе у тебя все гораздо больше шансов выжить, чем у меня. Давай. У вас есть все доказательства против Кенсингтон. Убедить, что мир увидит их. Нет, Клэр, я сделаю это, перестань. Биозащита остановит лабораторию, обнаружит твою инфекцию. И вы двое сможете убежать. Блять, ну Рис, всяко живее. И, блин, у них тут все так вроде неплохо. Клэр нахер не нужна, она сама вон хочет. Она уже все равно сдохла почти. Я обещаю, что мы разоблачим Натали. И мы поделимся твоей историей с миром. Спасибо. А теперь достань меня с этой грёбаной штуковины. Ёп твою мать, у тебя чё там на спине выросло-то? Крылья, что ли? Ты сделал это, Паркер? Нет. Я сижу вот здесь. И Клэр. Спасибо. Сделаем это.
threat detected. Heat flash initiated. Спрос систем безопасности лаборатории Альфа завершен. Молодец, Клэр. Сейчас за дверь откроется так. Кажется, все отлично. Она достанет нанокрестки. Отлично работа, Эми. Я бы не сделала этого. Что ты сказала? Ничего. Три минуты. Тоже 3 минуты должно было пройти, потому что это уже, блин, ну времени одеться там вообще не было. Нет, Эми, нахуй это, возьми пулемет. А там патронов нет, он же пулял все время из него. Хорошо? Все хорошего-то, у него там нога вся эта опухла. Здесь нужно переодеться, наш лабораторный костюм. Они привлекут слишком много внимания. Насколько все плохо? Видишь кость? Я пойду в туалет для инвалидов. Достану инвалидное кресло, хорошо? Переодевайся. Yes, ma'am. Я что-то выбора особо не вижу в этом фильме. Блин, я смотрю его уже, это вот сколько уже, почти час смотрю эту серию, час. Я блин, ее надо было поделить на две части, а я смотрю ее, смотрю. Мне просто интересно, что в конце концов будет уже. Мы выглядим как пара клоунов. Мне просто кажется, что уже конец, а все еще не конец. Мне кажется, или тут вообще невозможно выйти? Эмили не шутила, когда говорила о службе безопасности. Они так бесшумно передвигаются, что ли? Лифт, колесики. Хорошо, мы можем выйти из задней части здания. Он будет менее охраняемый. Мне кажется, там все охраняемое. Чего мы ждем? Офис Натали внизу. Слушай, давай просто уберемся отсюда. Да, давай. Можно было зайти и перестрелять их всех там. Давай закончим то, что начала Клэр. Ми-6, мы уже в пути. Сука, а как ты знал, что я здесь иду? Полагаю, 3 минут было недостаточно. Мы знаем, что в теле Уэйкфилда есть наноклетки. Отдайте его, и все закончится без кровопролития. Но это явно пиздеж. Просто сделай это, Эми. Агрессивно. Нихера без кровопролития. Вам кровь надо, блин, взять из него. Что если я застрелю его прямо сейчас? Тогда наноклетки исчезнут навсегда. Не двигайтесь, нам нужен Рис живым. Да-да, Рис тоже хочет остаться в живых. Эми, это большая ошибка, Эми. Ты блефуешь, верно? Да ладно тебе, Эми. Ты же не будешь делать это ради нескольких... Иди нахуй, Эмили. Дырка такая искусственная. Зря я так сделал, блядь. Какого черта? Блядь, зря я так сделал, конечно, пиздец. Я сейчас обосрался просто. 12 месяцев спустя. Я ее всю... Весь фильм хотел сохранить, и внезапно, блядь, я его просрал. Это вот обидно. Я не мог процедуру... Здравствуйте, я Натали Кенсингтон. В прошлом году лаборатория корпорации Кенсингтон получила Нобелевскую премию мира за развитие медицинских технологий. Наше продвинутое лечение наноклетками имело решающее значение для посадки города на... что-то на Марс и произвело революцию в лечении травм в зоне военных действий. О, сегодня наша чудодейственная технология стала доступной для всех во всех британских больницах. Это разрослось во все стороны.
тебя все? Блин. Ну, конечно, что я могу сказать? Честность 58, храбрость 90, любопытство 69, интеллект 81, чувствительность 57. Оценка личности невротик. Ну, смотри. Статус отношений. Самые лучшие отношения у меня были с этим негром, потому что... А, и с Клэр. Ну, с Клэр, потому что я ее не убивал до последнего, а... С Эмили. С Эмили у меня хорошие отношения. Я с ней вообще почти не общался. Хотя, ладно. Ну, смотри. Найдена концовка. Лабораторная крыса. В общем, мы прошли эту игру, я не знаю, это, блин, тут особо решений принимать не надо было. Тут, по сути, даже никто ничего особо, ну, как, не спрашивал. И в целом, ну, как бы интересно, да, интересно посмотреть кинцо, но на самом деле устаешь. Сидишь, вроде как бы ждешь чего-то, а ничего не это. 9 концовок, даже не 8, а 9 концовок. Обнаружено сцен 78 из 196, принято решение 78. 78 решений я принял, да ладно тебе рассказывать, ты я столько не принимал. Ну, в общем... На этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Пишите в комментариях, хотите ли вы еще одну концовку или там что-то подобное. В общем, всем до встречи в новых видео, ребят. Всем пока.